Что, если наступит вечная зима? Большинство людей каждый год с нетерпением ожидают лета. Вы ведь один из них, не терпится побыстрее снять теплую одежду. Отдых у моря, холодные коктейли, горячий песок и волны – что может быть лучше? Разве что рождественские каникулы, подарки и атмосфера настоящего праздника. А еще снеговики, санки, игра в снежки. Иногда невольно думаешь, хоть бы эти дни никогда не заканчивались. Но если вечная зима действительно наступит, то будет слабо напоминать вечное празднование Нового года. За календарную зиму на Землю выпадает около 135 тонн снега. Если это число вырастет до 540, то по улицам станет невозможно пройти не только людям, но и тяжелому транспорту. Сугробы не будут таять, а лишь увеличиваться в размерах каждый год. Вторая проблема – холод. Чтобы обогревать дома круглый год, понадобится огромное количество энергии. Нынешних ресурсов не хватит надолго, и людям придется ходить в теплых свитерах и шапках даже дома. Сегодня в самых холодных местах планеты – Антарктида, Гренландия, некоторые регионы России – температура может падать до 50-70 градусов мороза. Представьте, что подобное будет происходить по всей планете. Человечество продолжит жить, но жизнь эта серьезно изменится. Можно будет выбросить все летние вещи, они больше не понадобятся. My goodness. Аналогично и с велосипедами, роликами, мотоциклами и всеми летними видами спорта в целом. С этого момента только термобелье, снегоступы и вездеходы, ну и собачьи упряжки, они станут популярными. Со снегом и низкими температурами можно бороться, но проблемы с едой начнутся быстро. Большинство зерновых культур и животных исчезнут или продолжат существовать только в закрытых утепленных бункерах. В любом случае их количество резко снизится. Люди будут голодать, охотиться на морских котиков, белых медведей. А если вспомнить о количестве людей на планете, все морозостойкие виды животных исчезнут в первые годы. Наиболее сильно пострадают теплые страны. Как будет привыкать к новой жизни африканец, который никогда не видел снега и привык жить в открытой лачуге из дерева? Он просто не найдет способа спастись от холода. В то же время житель Норвегии привычно наденет свой теплый свитер с оленями и пойдет на работу, а дома у него будет все так же тепло и уютно. Если вы живете в холодной стране и вам надоели холодные зимы, не унывайте. Это всего лишь значит, что вы готовы к концу света лучше других. Пройдет 10 или 20 лет, вырастет новое поколение, привычное к холодам. Люди успеют забыть, что такое загар, летний отдых или жара на улице. Только старшее поколение будет вспоминать об этом, но не слишком часто. На улицах станет гораздо меньше людей. Передвигаться они будут на снегоходах или собачьих упряжках. Самым ходовым подарком станет одежда с подогревом, а не новый смартфон. Телевидение, социальные сети – все это уйдет на второй план. Вероятно, люди станут похожи на суровых викингов и будут думать о выживании и пропитании, а не о развлечениях. Но если вспомнить о том, что люди пережили средневековье, антисанитарию, эпидемии, они справятся и с холодом. Но бесконечную зиму намного приятнее наблюдать в хорошем сериале, чем переживать ее самостоятельно. Не исключено, что солнце успеет взорваться до того, как на Земле настолько похолодает, но остается надежда, что человечество уже будет к этому готово. Итак, на какую планету вы хотели бы переехать, когда человечество окончательно испортит эту? Подписывайтесь, чтобы не пропустить множество интересных роликов до наступления вечной зимы.